Канал «Дневник рыболова». Так, друзья мои, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Приехали мы все-таки закрывать сезон открытой воды 2019. Я уже вижу, многие уже на лед выходят. Вот, ну, холодно. Решили выехать на кормаки. Нашли местинку. Ну вот, свободную. Так как ехали рыбаков дофига, вам хочу сказать. Вода холодная. В общем, ладно, сейчас сделаем прикормку. Ловим на кормачело. Ну, все как обычно, все стандартное, все покажу, на что будем ловить. Там замутил новые катыши, осенние такие. Вот, ну, в общем, давайте сейчас посмотрим по прикормке. Ну, в общем, все в процессе. Вот такое вот пшено, обратите внимание, рассыпчатое. Вот, наши семечки. То есть, по холодной воде эта прикормка работает вроде бы как и неплохо. В общем, давайте сейчас я смешаю прикормку, все вам, друзья мои, покажу. И начнем ловить. Так, ну, значит, по прикормке. Пшено. Высыпаем в сухую смесь. То есть перебитое жареное семечко. Не жалеем. Хороший объем. Есть. Так, все это тщательно смешиваем с пшеном. Отлично. Так, вы знаете, преобладает мощный запах. Так, есть блинух и дубас с утра. Ух, и запах. Так, теперь горох. О, сваренный в пюре. И вот горох. Вот видите, разварен как. Вот таким макаром забрасываем побольше в прикормку. Так, поехали делать замес. Так как у нас река, в любом случае будет все размываться, поэтому можно делать такой полупластилин, скажем так. Вот он, волшебный ингредиент. Хлопья овсяные. Главное рыбу не распугать нам, друзья мои. Вода холодная. Каша будет немножко притемненная, но не суть. Кстати, кормушки у меня стоят арбузы. Они у меня не черного цвета. Может, конечно, это тоже роль сыграть. Я навязал новых монтажей. Ну вот, ну посмотрим, в общем. Так, ну смотрите, у меня получилось два вида прикормки. Одна просто горох и панировочный сухарь. И немножко пшена. Ну а тут я уже вам показывал, что мы намешали. Два вида катышей свеженакрученных. Если будут работать, скажу или покажу потом.
Я сделал 2 пакетика по 150 штук, как раз на эту рыбалку. Проверим. Все, приконку зарядили. Ну, по поводу кормушек. Вот об этом я говорил, видите, блестящие. Могут отпугивать, поэтому сейчас я сделаю первые забросы, сейчас немножко хоть потеплеет. Я перевязал монтажи. Вот, новые крючочки, черные кормушки. Так, все оденем. Побольше, пускай рассыпается. Заодно будем кормить точки. Вот это монстр. Вот это монстр. Ё-моё. Серьезная рыба. Первый улов. Блин. Карасямбыч. У меня, походу, карасямбыч. О! Хорош. Хорош, мал. Ля, монстр. Красавец. Вот это, блин, карась, ребята. Есть что-нибудь у тебя? Он, может, и сошел. Клевал тоже неплохо, натяжка была. Идет, идет, походу. Есть рыба, давай. Вот это караси. Красавцы. По рыбке есть. Уже закрытие удачное. Да, еще хочу сказать. От опарыша отказался полностью. Это было что-то. На опарыш вообще сразу поклевка, но... Рыба та, которая нам не интересна. Так, хочу заменить. Сейчас возьмем, вот навязал новые монтажи. Черные. В черном цвете. Нормас. Ого. Натянуло. Есть натяжка. Это хороший, блин. Да есть, да сейчас, наверное, подхват надо будет. Он может и не... Да ну, не. Он в тростник идет. Ай-яй-яй, в тростник. Тростник пошел. Сейчас, сейчас, сейчас. Пошел сюда. Идет на нас сейчас. Походу... Светик, наверное, это хорошая рыба. Та, на которую мы не рассчитывали сегодня. Ля, что творит? О. Ходу сазан. Ля, куда? Он вообще не контролируется. Сейчас, сейчас. Хороший. Тише, не, сверху не надо его накрывать, не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Стой. Ого. Красавец. Дай пятерик. Красавчик. Ты его все равно затянуло. Ё-моё, друзья мои. Ты откуда, друг мой? Ты откуда, товарищ мой любезный? Ой-ой-ой, я и думаю, такая натяжка прям. Две хорошие новости. Потом в конце рыбалки все будем взвешивать, смотреть. Одна новость. Катыши работают. Вторая новость. Прикормка тоже работает. Это хорошая новость. Вяло-вяло. Была рыба, сейчас сход. Плохо засеклась. Ну, ничего страшного. Сейчас забросим. Прям подсек, чувствую. Ну, видно, за краешек.
Поколёвочка, поколёвочка. Сошёл? Да. Ты хорошо шёл. Да. А и здесь поклёвка. Ого. Слушай, я что-то все такого и летом не помню такой рыбалки. Чтоб именно вот так. Но это не крупная. У тебя был получше. Это что-то такое. Вообще ни о чем. У тебя даже трещотка срабатывала. Скорее всего, карасямбыч. Карасямбыч. Куда-то же туман сойдет. О, неплохой карасямбыч. Ого, нифига. Караси, слушай. Дрин-дрин. Ну иди сюда, ладно. Там бровка есть. Есть зацепы. Ладно. Здесь все карасик, наверное. Ладно, сейчас мы за чуть-чуть туман разойдется. Забросим охолот. Интересно. Глубины там не особо. Русло нам далеко бросать. Иди сюда, мой юный друг. Нифига себе. Дробь аж по этим, по камышам идет. Ух ты, нифига. Вот это карасямбыч. Так. Сейчас в копилку. Так, освежим катыши. Что так? Ого. Еще один. О, неплохой. Блин, мощная рыба. Караси такие натяжки делают, прям как агрессивно, как это, как весной. Ого, да нет, что-то на сазанчика, наверное, похоже. Карась так не бьет, реально. Серьезно. Наверное, сазан. Небольшой, но... Наверное, сазанчик. Ну, если карась, то слишком буйный для карася. Ого. Иди сюда. Да что ж такое? Да. Офигенный сазан. Фух, туз. Ну это безобразие какое-то. Ладно. Но он-то мне нравится. Так, ну что, друзья мои. Сегодня как бы крайний день осенний. Плюсовой. Завтра уже минуса заходят. Людей яблоку опаснее нет. Смотрите, вся река забита. Он со всех сторон. Один на одном рыбаке сидят. Вот. Что-то клюет. Ну, пока непонятно кто. Натяжку делает и бросает. А топарыш от живого компонента полностью отказался. Ладно, сейчас солнышко выйдет. Я единственное хочу перейти туда, в край. Видите, где тростник? Там мое любимое место. Там ночью карпиков ловили мы. Вот, ну постоим днем, может быть, к вечеру перейдем. Да его надо будет это перезабрасывать, наверное, проверять попозже. На него сигналы были. Видишь, опять провис. Опять провис. Да, он уже сигналил, я уже раза два его подтягивал. Ну, а чем мне рыба? Нравится? Давай. Плотвичка. Иди, расти. Буль воткнулась. Вот тебе и первый подлещик. Так. Катыш надо поправить. Тише. Сейчас тебя отпущу, мой друг. Оп, стоп. Так, сразу тебя, чтобы не травмировать. Иди домой. Давай, иди. Иди. Давай, шуруй. Давай.
солнышком. Так сразу тепло становится, капец. Супер. Так, ладно, наверное, сейчас я буду перезабрасываться и, наверное, брошусь, все-таки холод протяну. Ради чистоты эксперимента. Так, ребят, если будете слышать музон в стиле русского шансона, это у меня соседи так развлекаются. Давай холод. Сейчас прицепим. Просто интересно, наверное, рыба свалила, что ли. Так, тут у меня леска покрепче. Сейчас про повесим, бросим. Диперок. Чик. Узел получше, покрепче вяжем. Так, все, сейчас давайте подключимся. Вот так. Сейчас телефон возьму. Протянем, хотя понимать, где мы ловим. Так, дипер. Вне воды. Так, сейчас бросим, посмотрим. Бум, есть. Пошла. 1,70 м. Видишь, что глубины вообще почти нету. 50. 1,60 м. 1,70 м. А вот это, видишь, бровка на 1,50 м, где мы цепляемся с тобой постоянно. Угу. Уже на свал идет. 1,40 м. Все. В принципе, понятно везде. Сейчас еще брошу чуть в другую сторону. Так, все, пробило. Знаете, что получается у нас? Получается ситуация какая? У нас где-то на 2 метрах все. И вот этот 1,70 м идет на подъем. Вот там постоянно мы за эту бровку и цепляемся с тобой. Видишь, будет приподнимать. А рыбка свалила, поэтому и клев такой слабенький. Ну ничего, еще целый день впереди. Еще остались остатки хлопьев. Добавим. Ой. Так, это у меня овсяные. Смотрите, есть еще вот гороховые. Так, пускай побуду тут. Замешаем. Они там создадут у нас пылящий эффект. А итак, друзья мои, 2 сазана в активе и пяток карасей зачетных. Для закрытия просто идеальное. Блин, ну там такой халабан был. Ну что мы хотим, все уже. Начало ноября, через месяц уже зима все-таки придет. Надо чуть мусоридзе убрать, а то некрасивая у нас с тобой картинка. Не люблю срачи отдыхать. Так, сюда. Сейчас еще такие пакеты. Ужас, ужас. Под музычку веселее убирать. А как сразу, да, вырисовывается картинка? Прям идеально, идеально. О. Сейчас все, пока клюва нет, полезными вещами надо заниматься. Привести в порядок береговую линию. О, уже рыбка там что-то. Ну, все это мы заберем. Заберем, заберем. Еще есть? Ну все, гля как чисто, ё-моё, гля шикардосик. Ух, хорошо. Эть. Чё-то какой-то вон, ай, блин. Ребята, короче, клюнула рыба, тихо. И он атаковал, гляньте, зубами порвала рыба. Все, смотрите,
Ну, вот оно тяжело, поэтому и пошло. Хищник атаковал. И отпустил. Ё-моё, гляньте, живот. Да, все, капец ему. Давай, давай. Плыви. Да, видно, щука не маленькая. У него все тело разорвано. Плотва. Плотвище прям. Ого, ого. Есть поклевка. Натяжка неплохая. О, вот этот бровка. Ну, днем сильно на крупняк я не рассчитываю. Сюда. Карасямбыч. Ого, разводит. Хороший карась. Монстр. Да, караси знатные, конечно. Так, в копилку. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так, мангальчик. На двоих. Ребрышки. Ребрышки, ребрышки, ребрышки. Ну, я думаю, все. Всем, друзья мои, приятного аппетита. Пока еще помидорчики вроде как на помидоры похожи. Запечем. Так, у нас закат. Посмотрим, что покажет у нас ночь. Будет, не будет. Ничего себе поклевка была. И все. Угу. Прям, друзья мои, аж удилище вывернуло. И бросила. А пока еще более-менее светло, сейчас все перезаброшу. Друзья мои, самое интересное начнется вечером. Я думаю, даже ночью. По крайней мере, карасик, я думаю, должен в гости к нам пожаловать. Так, так, так.
Так, ну пока тишина. Даже пиков нет. Наверное, мелочевка ушла. Ночью она так не долбит, как днем. Сейчас нужно катыши убрать в кастрюле. Потому что ночью выходят крысы. А крысы у нас серьезные. Все воруют. Так, пока так. Прикроем. Катышки работают. И вот, опять же, в чем прикол катышей? Все-таки они универсальны. Вот смотрите, по рыбе подлещик был, карась. Ну, карась, конечно, доминировал, но и тем не менее, и сазан был, и плотва была, и рыбец был сегодня. Вот, одни и те же катыши. Универсалка. Так, ладно. Ждем, ждем. Неужели нам еще, Бог любит троицу, давай третьего сазана. И все. И уже рыбалка удалась. Карасямба. Друзья мои, клюнул. Вся трава сбивается. Так, кто там у нас ночной гость? Он что там туда в сторону пошел? А? Ого! Здоровый вообще карась. Ого, натянуло. Натяжечка. Ай-яй-яй, сход, ребята, походу. Не иди сюда. Ого, ё-моё, караси какие монстры, а. Просто капец. Вот это карасям бы. Иди сюда. Всё. Так, сейчас уберем прикормки. Уберу прикормки повыше, поставлю. А то у меня уже случай такой был однажды. Из-за прилива. Это было на Днепре. Очень давно приехали мы, нашли классная местина такая. Приехали вечером, думаю, ну с пацанами забросимся. Вот, а с утра будем там ловить. Потому что устали, ехали, там места искали. Ну, то есть такие все уставшие. Приехали, забросили кормачки, как сейчас помню, на стойках. Ну, также прикормки у всех там пооставались так вот рядом. Ну, что, пойдем спать. Все пошли спать. Утром просыпаемся, короче, воды немерено, получается, почти катушки в воде, настолько такой прилив получился. Все ведра, все прикормки, короче, все черви, все уплыло. Одни удочки остались в воде и все. Вот такой эпизод у меня был с приливом, вот, по неопытности получилось. А теперь уже как бы контролирую это все. Так, ну что, у нас два карася в активе. Сейчас 12 ночи. Так свежо становится прям реально. Вот, ну, посмотрим. Может, что и попадет хорошее. Я и так считаю, что рыбалка, в принципе, зачетная. По-моему, это уверенный был сигнал. Это вообще совсем не та удочка, на которую... Клевала на первую. Это раз поклевка онлайн получилась какая-то. Карасячая, видно. Хорошо натянул. Блин, люблю я ночью рыбачить, прикольно все равно. Как-то ночью рыбка, она более такая вот смелая, скажем так, чем днем. О, идет.
Карасиная рожа. Ух, блин, какие же они здоровые. Ну просто жесть, ребята. Ух, просто лопухи. Так, ну это, наверное, просто подтяну. Хотя давайте его проверим. Раз он пищал, вытянем и этот. У меня есть подозрение, что там рыба. О, сразу видно, стайка подошла. Класс, вообще супер закрытие сезона, скажу честно. Это что-то по сравнению с тем, хотя, ну такой, поменьше, что даже сравним. Вот они, рядом, раза в два. Блин, туман капец, реально, стеной, ребят. Если карась, то хороший. Сразу говорю, очень хороший. Блин, туман сел. Вон хоть что-то видно, а? Угу, хороший. И ракушка. А, вот почему мне казалось, что он хороший. Ой-ой, тикай быстрее. Друзья мои, тише, стой. Вот еще красавчик один взялся. Блин, созонящая твоя морда. Знаете, вообще, красавчик ночной. Третий в копилке. Фух. Ну да, опять поклевка. Так. Это уже мне нравится. Туман силы, сразу такая рыбка пошла поинтересней. Опять на средний, но опять мелковатый. Взялся, что-то мелкий подошел карась. Тише. Не буяй, парниша. Что-то не пойму. Непонятно. О, зацеп. И сюда. И сюда. О-хо-хо-хо. Поклевка. Оп, еще одна поклевка. Отлично. Офигеть. Просто офигеть. Хорошенькая. Блин, что туда побежишь? Фонарик в машине остался. Еще. Тихо. А кто это? Нет, это не сазан. Тоже карась. Сейчас фонарик возьму. Я со старта. Две поклевки. Все перепуталось. Карась мощный.
Карасям бы мощные. Ого. Ребят, вообще идеальная поклевка была. Просто идеальная поклевка. Вот я чувствую, что это, скорее всего, сазан. Карася так не ведет. Пошел сгребать удочки. Просто офигенно. Даже если он и сойдет, ничего страшного. Блин, в кусты идет, да? Ага. Иди сюда, сазан. Это ж надо так. Захочешь, так не получится. Да. Красавчик. Вообще красотулька. О, вот это поклевки, я понимаю. Натянул и держит. Ребята, это закрытие сезона великолепно. Да, погода, конечно, испортилась сильно причем. Да и клёва особо уже нет с утра. Вот караси проскочили, сазан. И вот где-то минут 15 вообще тихо я перезабросил. Тишина. Но уже все у нас с вами хорошо. Тянул. Вот тобой мы, наверное, будем закрывать рыбалку. Ого. Этот поддавливает. Ну, один на всякий случай. Если мы его вытянем. Тростник пошел. Надо на себя выводить. Не. Ушел тростник. Сейчас, подожди. Сейчас я его выведу. Может наш, может не наш. Да пока никуда. Мне его сейчас надо хотя бы подтянуть. Он мог двумя крючками зацепиться. Ага, сазан. Сейчас мы его... Ого, давит. Выходи, 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 выходи. Вывел, вывел. Сейчас. Не пойму, что он так давит. Я его что, неправильно зацепил, что ли? За хвост, что ли, поймал его? Да сейчас же. Я ж не вижу. Сейчас его приподниму. Хороший. Он наш. О, вот это уже сазан. Ребята, вот это уже он. Двушка железная. Класс. Пятерик. Отлично. Вот это закрытие сезона. Класс. Главное, хорошая работа в тандеме. Ну что, друзья мои, будем мы заканчивать рыбалку. Рыбалка получилась отменная. Одел петличку специально, потому что ветер, жесть, вообще дует. Прям похолодало, как я уже сказал. В общем, что? Бывало такое, летом таких рыбалок у нас не было. Вот, как получились вот, да, этот раз. Капец.
5 сазанов и больше 20 карасей. Скажу сразу, 80% выжимаемости. Объяснять не буду, как и что. Кто первый раз на канале, можете мне поверить, остальные все знают. Дальше. Большая просьба. Друзья мои, ну убирайте мусор за собой, это просто ужас. Ну, знаете, я приехал, собрал пакетик, чистая местинка, сейчас я его тоже вывезу. Давайте заниматься хоть чуть-чуть чистотой. И давайте делать какие-то замечания другим, если мусорят. Потому что берега очень грязные, друзья мои, просьба. Ну давайте хоть немножко начнем с себя. Не будем смотреть где-то там чисто и хорошо и далеко, а у нас непонятно как. Давайте делать... Начнем давайте с себя. Ладно, ребят, все, я буду заканчивать. Сейчас будем собираться. Еще путь домой, почти 200 км. Вот, что-то за ночь подустали, прям реально клевало тоже ночью хорошо. В общем, как-то так. Дальше. Видосики еще будут, уже, скорее всего, по аренде. Сейчас мы там определимся с спонсором. И еще запилим, я думаю, видоса 2 запилим. Ну, может, еще выйдем на раков. Ну, из Памирной рыбины в этом сезоне уже все. Так что, друзья мои, официально сезон по открытой воде на мирную рыбу 2019 официально закрыт. Так что всего хорошего, друзья мои. Здоровья вам и вашим близким. Все, а мы собираемся. Мы разные. У каждого из нас своя история. Есть проблемы, заботы. Есть радость и восхищение. Мы стремимся каждый день к чему-то новому, не замечая, как время быстротечно, при этом упуская любую возможность общения с природой, а самое главное – с семьей и друзьями. Мы можем относиться к жизненным ситуациям по-разному, но есть то, что нас объединяет. Это рыбалка, место, где мы можем быть собой, несмотря ни на что. Канал «Дневник рыболова». Мы объединяем.